Мы продолжаем. В Калмыкии зимовка сайгаков проходит в штатном режиме. Нарушения природоохранного законодательства, а именно массовые отстрелы животных браконьерами, не зафиксированы, сообщил директор биосферного заповедника «Черные земли» Батар Убушаев. Кроме того, по его словам, завершен один из важных этапов в сезонном цикле – гон сайгаков. Около 3000 особей, а это самое крупное скопление степных антилоп, зарегистрировано на северо-восточной границе заказника. Сейчас калмыцкая популяция насчитывает не более 7000 особей, но в заповеднике в этом году рассчитывают на значительный прирост. У нас есть большая надежда, что и отел сайгаков в мае в будущем пройдет удачно. Самое главное, чтобы зимовки сайгаков не помешали такие катаклизмы, как джут, многоснежье. Джут – это когда выпадает снег, потом происходит оттепель, потом опять морозы и покрывается такой корочкой наста, через которую сайгаки не могут пробиться к корму, к траве. Это самое страшное для сайгаков. Морозов сайгак не боится, у него очень теплая шерсть, может выдерживать морозы и до 50 градусов, поэтому ему не страшно. Самое главное, чтобы вот природа не подвела. А так, в принципе, гон прошел вполне удачно.